Появление нового детского сада для жителей микрорайона пригород Лесное действительно событие. До настоящего времени здесь было только одно дошкольное учреждение – детсад «Ивушка», открытый 2 года назад. Теперь родителям станет легче. Детский сад – второй наш дом, как тепло, уютно в нем. Традиционно открытие проходило у центрального входа в учреждение. На веселый лад настраивали и внешний вид сада, и его окружение. Прогулочные участки, на которых имеются веранды и малые игровые формы, 2 спортивные площадки для физкультурных занятий на свежем воздухе. Пригород Лесной – это, наверное, один из наиболее динамично растущих микрорайонов. И вот появление такого социального объекта, таких социальных объектов – это жизнь, необходимость, это то, что реально влияет на качество жизни. До конца года в пригороде Лесной обязательно появится большая школа на 1100 мест, которая тоже, повторюсь, жизненно необходима для жителей и пригорода Лесной, и прилегающих микрорайонов. После торжественного разрезания ленточки гостей пригласили на небольшую экскурсию. Общая площадь сада около 2000 квадратных метров, он рассчитан на 360 мест. В школах компьютерные классы уже стали привычными, а вот для детского сада это пока в новинку. Мы будем внедрять программу пропедевтики информатики для дошкольников, для старшего дошкольного возраста, которая учит детей строго логически мыслить и ориентироваться в нашем хаотичном информационном мире. Здесь 15 групп, из них 2 для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 2 логопедические группы, 11 групп для детей от 3 до 6 лет. Есть просторные музыкальные и спортивные залы. Сами преподаватели признаются, что полюбили этот сад буквально с первого взгляда. Это было необычно, я зашел, настолько все современно, много спортивного оборудования для занятий, очень все понравилось. Очень шикарный, красивый музыкальный зал. Также и компьютерный класс есть, и очень много остальных кабинетов, где детям будет комфортно. Еще одну экскурсию провели для пап и мам. В основном ее посетили те, кто только собирается отвезти ребенка в детский сад. Судя по реакции детей, которые ни в какую не хотели уходить из группы, сад им пришелся по душе. Работники дошкольного учреждения в большинстве своем местные жители, а потому благодаря детскому саду здесь появились и новые рабочие места. Сейчас педагогический состав почти укомплектован и составляет более 40 человек. Детский сад действительно веселый, позитивный и в таких современных ярких красках. Родителям очень нравится. Те родители, которые приходили заключать договора с нашим детским садом, остались очень довольны и надеются, что наш детский сад станет для их детей вторым домом. Строительство детского сада осуществлялось за счет средств инвестора. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.